Где ты находишься? Я под Николаевом нахожусь. Снегирёвский район какой-то там. Снегирёвский? Да, за партизанкой аж. Ну, партизанский напротив нас, Комсомольский чуть сзади. Что-то многие твои, это же желаю уже все. Ноги, ну, нужно бояться. Так же, как сказала, я обоссал свои ноги. Ну, вроде как опухоль чуть спала. Я дернию, это ты говоришь, у тебя начинается. Это дернию, да. У меня уже было, причем. Да? Причем в тех же местах, да. Уже насрочное такого было, когда 4 месяца не нужно. И ни клин такого нет, и посыпать туда. И да, нет, ни хрена. Это как промывай мочой. Да, 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 конечно, мочой. Конечно, писаю на ноги себе. Короче, антибиотик надо, это такое все купить, да? Не знаю, у меня там есть какой-то просроченный, попробовал сегодня вечером на ночь. Попроси, может, у них есть там перекись. Каждый за себя. Если у кого-то что-то есть, да, то он мне даст. За посуду сходить пока не могу, идти далеко. Я в ботинки не влезу, понимаешь? Если влезу, мне их придется потом разрезать. Просто боюсь, что, блядь, придет посылка, блядь, а я не смогу за ней прийти, и ее растащат, блядь. Каждый выживает как может. Вот. Что там новости есть у вас там какие-то? Да никаких новостей нет, все молчат. Таких, ну, понятное нет. Дело. Это все равно, что просто через голову водить с этой мобилизацией, блядь. Что-то, блядь, Путин подъебался, блядь, жестко, блядь. Сказали, даже если рота будет уходить основная, вот, просто меня здесь оставят, так как я мобилизован. Почему оставят, если контракт закончился? Да, блядь. Контракт закончился, стал мобилизован. Болеешь ты, не болеешь. До одного места. Ничего не попросишь, не допросишь, не достучишься. Все чертовы. Всем по барабану. Скажи спасибо нашему главнокомандующему, который нахуй вертел тут дело, блядь. И, блядь, вообще эту мобилизацию, она конституционно неправильно. Должны были этих срочников вводить, а потом уже гражданское население собирали. Регулярную армию, блядь. Чего же он там пережет их всех, блядь. Чтобы не разорвали его матеря, блядь. И вообще она вводится, когда на страну нападает, а не когда страна нападает на кого-то. Сволочь такая, блядь. Как мы вот тут здесь проклинаем этот день, просто не передать словами. Его и его, эту пизду, братью всю, порылую, которая, блядь, сюда кинула, блядь, нас, блядь. А теперь нам всем тут расхлебывать это все, то, что они там натворили. Дальше проживем. Надо там поднимать, блядь, резонанс, общественность, блядь. Что он творит, все, что хочет, блядь.